Всем привет! Сегодня еще раз попробуем выровнять руль на BMW F30. В прошлых сериях я уже говорил, 5 раз ездил в сервис, в сервисы, разные сервисы, и никто из них не смог у меня выровнять руль. Руль у меня отклонен чуть-чуть в левую сторону. Записался еще раз к официальному дилеру, записали меня опять же на диагностику, я попытаюсь по гарантии опять же заехать к ним и попросить, чтобы мне все-таки выровняли руль. Но в этот раз я поеду не просто так, а поеду подготовленный. Опять же, покопавшись в интернете, я нашел и других людей, таких же, как и я. Тоже человек на BMW F30. Он поехал в сервис выставлять руль, делать развал схождения. Но у него, опять же, это не получилось. И смотрите, что он сделал. Он взял лазерный уровень и с помощью этого лазерного уровня выставил руль, приехал в сервис и показал, как у него должен стоять руль. И вот, я тоже на днях у соседа одолжил вот такой вот лазерный уровень. И попытаюсь повторить то же самое, что и вот этот человек, который написал статью. Ссылку на статью оставлю. Попробуем еще раз заехать, сейчас прокатимся. Ну, вроде бы все ясно и понятно. Вроде вот по полоскам надо поставить и сделать развал схождения еще раз. Посмотрим, получится, не получится. Сейчас я еще проедусь, посмотрю, как у меня стоит руль относительно этих полосок. Ну что, посмотрим. Ну, на глаз сразу видно, да? Вот, вот так у меня стоит и руль. Вот у меня стоит руль, машина едет прямо. Так, ну что, приехал к официальному дилеру с утра пораньше, на полчаса раньше даже приехал, чтобы меня смогли оформить, а не как в прошлый раз держать 40 минут, оформляя документы. Ну, посмотрим. Я даже не знаю, до истерики смешно, что сейчас будет в шестой раз в сервисе с моим рулем. Наклейки мои. Сейчас, конечно, руль не ровно стоит. Вот. Я это все объясню. Расскажу. Ну все, выезжаем из сервиса. Все сделали по гарантии. А что сделали, сейчас посмотрим. Блин, ну действительно уже смешно. Не могу без смеха к этому относиться. А вот у меня руль как стоял, так и стоит. Я не знаю. Что такое, блин? В чем проблема? В чем причина? Кто знает, кто скажет.
Вот я и прокатился. Так, съездил к официальному дилеру. Что с рулем, вы у меня уже увидели, да? Не знаю, друзья, не знаю, в чем причина. Так что, если вы думаете, купили БУ, БМВ, ездите с прямым рулем, не факт, друзья. Ну, в общем, вот такие вот дела.